какой стороны не попрут? С буковки W. Ай, блядь. Ну, наверное. Пока чисто. Я на свалке и свалку смотрю. Серый, ты на свалке? А, да, куча слева от дома, которая. Я там уже, по правой стороне только. Понял. Блять, паранойя. Вообще пиздец, прям. Это под елкой с белками. Нормально. Сейчас тебя в капюшон насрут. Все, не плоди. Так, Серебряков, а ты где? Здоровый. Там же, куда я уходил. Справа, около дома. Самый здоровый, который. Ага, понял. Ты там же, Сер? Я на куче как сидел, так и сижу. Нет, сидим все вроде. Кто-то бегает рядом у меня. Либо паранойя. Вообще неудачный момент, слушай. Здесь кирпичей, бетонных балок хватает. Ну да. Что-то как-то я дергаться уже начинаю. А ты прикинь, он рядом с тобой сидит и смотрит на тебя сверху. Сверху? Ты по-любому сейчас обернулся и посмотрел. Слышь, Зигмунд Фрейд. Сиди. Вот смешно, что они тоже сидят. Тихо. Неуточная подсветка на компасе. Хера они у меня за спиной. Заебал, нихуя не смешно. Я серьезно, белое знание, они у меня за спиной, под елкой. Около белого знания того. Да, я зиму. Не могу, за спиной они как-то у меня. .340 здания около него. Даже за ним где-то. По боковым этим дверям. Увидел? Пока нет. Они здесь ходят.
гранаты или так отработать можешь их двое? Нет, они вблизи где-то рядом со мной. За мной где-то один ползает. Так, для справки, когда ты горишь, они тебя могут слышать. Да, ты где? На лесах строительных. Серый. Да. Пару выстрелов к этому белому зданию сделаешь, чтобы они спалились, хотя бы я их увидел. Не надо зря торговать. Северо-востоке белое здание, когда мы заходили, только оно справа было. Он говорит, что они там где-то прям. Серый. Да. Здание это белое видишь? Ну, оно не в моем поле зрения, но я знаю, да, где оно, чё. Вижу, допустим. Двери видишь? Большие, да, вижу. Справа от них вот первая елка. Ну ты там, я знаю. Я под ней, за мной там ходят. Посмотри туда. Разговоры дико не слышно. Нет. Я не могу сзади тебя бежать так, чтобы меня не спалили, здесь открытое все. Ну я слышу, что сзади меня кто-то ползает. Это может кушпы свистят. Нет. Серебряков, а на каких лесах ты конкретно? Я уже на крыше, короче, там высоко дома, короче. Возле левого забора? Нет, тут очень большой дом. Этажа 3. А, по центру карты, да? Да. Я отсюда вижу все, но их не вижу. Скорее всего, в доме передо мной они. Моя граната пошла. Андрей, вдоль здания двигайся. Вторая граната. Андрей, кто где? Это не я, у меня глушитель. Андрей, по кому стреляешь? Андрея нет с нами больше. Так, ты где он был? Меня за спиной прям. Серег, ты жив? Да. Ты в том же здании? Да, на крыше. Наблюдаю их. Где-то возле белого здания начального как были, дальше потерял. Вижу, вижу. Кого? Бегают возле здания белого. Когда мы входили, справа было гранатами отрап. Прием, ты жив? Да, так точно. Я подозреваю, что они сейчас обходить будут. А, ты жив, что ли? Я живой, живой, да. Я думал, ты умер. А кто стрелял? Я по ним стрелял, гранаты отработал и стрелял потом.
Как и я твоих. По мне стреляют. От этого белого здания, там же где-то. Либо на мусоре. Ты жив? Да, живой, так точно. Прием. Да, от меня на север стрельба. Ответь, ты жив? Да, так точно, я живой. Я к тебе направляюсь. Принято. Слышь меня, прием? Один минус. Най. Кому не граната прилетела там, нет? Ага, моя. Мне же. Ответку она, короче, отлетела и вот так. А я... Меня лестница убила. О, чего? Так вот. Меня лестница убила. Бывает. Ну да.